меня! Подожди-ка. Больше не появляйся. Подожди-ка. Есть мощное оружие. Я остановлю тебя. Thank you.
осмелился ты потревожить меня? Готовься умереть? Мы еще посмотрим, кому нужно готовиться. Ты, сгнивший кусок мяса.
нас не так много времени, так что слушай внимательно. Как ты? Спящий уже рядом. Мне стоило больших трудов добраться сюда. Я перевел оркские пророчества и понял, что значит пять сердец. Пять сердец побежденных тобой жрецов лежат в пяти гробницах. Гробницы эти несложно открыть, но только древний клинок в руках жреца сможет уничтожить сердца. Ты должен будешь пронзить сердца пятью клинками. Только так можно изгнать спящего из этого мира. Я понял. Торопись. Безумный Кор-Голом со своими учениками уже здесь, и демон вскоре пробудится. Они собрались в зале спящего. Я пролил довольно крови. Теперь меня уже ничто не остановит. Мощь спящего растет, и я не... Что с тобой? Я... должен...
Наконец-то мы снова встретились. Мой господин сообщил мне о твоем прибытии. Он чувствует, что ты рядом. Скоро я буду ближе к нему, ближе, чем ему хотелось бы. Мы не позволим тебе расстроить наши планы. Мир вот-вот станет свидетелем пробуждения Избавителя, и никто не в силах остановить его. Всех неверных ждет расплата за их грехи, и тебе уготована честь стать первым из них. Пробудись, спящий!
следует выражаться яснее. Похоже, мне следует выражаться еще яснее. Он удирает. Это твоя последняя ошибка. Yeah.
после того, как спящий был изгнан в свое измерение, я вернулся к солнечному свету. Магический барьер пал, но мой путь только начался. Но это другая история. Thank you.